Что примечательно, это не наше поколение, не бабушки, дедушки водят хороход. Давайте возрождать русскую культуру, наши предки там, деды, прадеды. Не, молодежь, когда я увидал, что 2/3 молодежи, и вопрос, а откуда это, что это, кто их заставляет? Почему народ вообще пьет, курит? Потому что нехватка энергии радости, счастья, непонимание собственного пути предназначения. Когда человек попадает в хороводное игровое пространство, он получает все свои энергии, вот эти базовые, которые необходимы для нормальной жизни. Он их получает в играх-хороводах. Энергию радости, энергию счастья, энергию любви. И когда он наполняется всем этим, он вспоминает свое предназначение, смысл жизни. Очень здорово, когда в твоем круге стоят представители других стран. В данном случае в нашем круге были представители из Австралии и Африки. Проект «Хороводы мира» у нас направлен на то, чтобы в хороводах создать образ единства всех народов Земли. Подружить все народы Земли в хороводах. Через игры, через хороводы, весело, радостно, с улыбкой. Мы это все делаем вот в такой веселой, легкой форме. Все сдруживаемся, роднимся. И потом мы создаем образ, проговариваем этот образ мира, единения всех людей Земли. Особенно последний хоровод, родовой. Это такое чувство гордости за Русь, за Россию, что вот, посмотрите, нас же много. Существует на данный момент уже два таких проекта «Хороводы мира». Первый мы провели на Дворцовой площади в Питере. Второй проект мы провели здесь, на природе, среди гор, вот, на Возрождении. Тоже хочу проводить хороводы. Я даже уже сама пыталась проводить хороводы и игры. Я тоже пытался. Люди ходят по психологам, по разным специалистам, по сути, только для того, чтобы почувствовать себя в гармонии с собой, со всем миром. На самом деле все происходит очень легко в играх-хороводах, опять-таки. Это универсальное средство решения, не знаю, всех психологических проблем. Ты, когда становишься в хоровод, ты даже вначале ты скован, если ты зажат, если у тебя какие-то проблемы, ты даже в глаза не можешь смотреть. Да? Вот многие люди не могут смотреть друг друга в глаза, не могут улыбаться. Им нечего дать, ничего не будут смотреть в глаза, если им нечего дать. Поэтому мы не начинаем с хороводов, мы всегда начинаем с игр, когда люди смеются, люди радуются, люди бегают, люди прыгают. И вот эта вот энергия смеха, она вычищает. И вот этот хоровод, он, наверное, сравни коллективной медитации народов мира. Чем мощнее у нас прокачка вот в хороводах идет, ты становишься больше, ты расширяешься энергетически, и ты получаешь свои ответы на свои вопросы. Понимаете? Вот для этого нужны игры-хороводы. Смысл этого проекта «Хороводы мира» — прекратить войны, прекратить конфликты все религиозные, там, политические, вот все экономические, все конфликты прекратить и создать образ мира во всем мире, создать образ единства всех народов между собой, через сердце почувствовать то, что мы все едины. По двум простым признакам. Знаете, по каким? Первый признак — то, что мы все люди. Вот первый признак единения нас. Мы все люди. И второй признак, что все мы когда-то были детьми. Да? Все мы дети Бога. И все мы дети Бога, да. То есть в каждом из нас есть внутренний ребенок. В каждом. А все дети Земли, у них нет разделения на цвет кожи, на религию. Нету. Дети все, они вот приходят, и они все играют. Вот мы как дети все объединяемся в хороводах. Понимаете, у нас у всех одна единственная Земля, планета. Наш общий дом, единственный. Этот вот общий дом, мы все хотим, чтобы в этом доме был порядок, красота, мир, согласие, любовь, уважение. Поэтому нам
нужно всем людям Земли объединиться, для того, чтобы наша планета Земля засияла светом любви. И вот мы вместе можем усилить свет любви, идущий от Земли через наши открытые сердца. Просто по-другому уже не водить хороводы уже не могут, потому что это вот включается генная память. Вот она толкает, вот миссия. То есть на Землю пришли те люди, вот эта молодежь, в основном же молодежь водит хороводы. Я хочу, чтобы все на планете делали хоровод на Земле. Когда такие проекты у нас будут потом параллельно идти по всему миру, друзья, мы сотворим мир на Земле. Я в этом глубоко убеждена. Вот. И все, кто стоят в хороводах, это тоже чувствуют, потому что ты через себя пропускаешь мощные энергии любви, света, добра, мира во всем мире. Вот. И все это приумножается, и все это воплощается в жизнь. Поэтому я за то, чтобы такие хороводы мира прямо разлетелись. Вот, как сейчас хороводники, у меня сейчас больше 500 хороводников хороводят вот по всему миру. Если человек прочувствовал состояние вот этой близости духовной, то он уже относиться друг к другу будет по-иному, невзирая на то, что кто-то там родился в Америке, кто-то в России. Это действительно был какой-то праздник единения вот всех людей, которые собрались. И все так было как-то вдохновенно, так все вот как-то вот возвышенно. Изнутри как-то вот поднималось все самое лучшее, что в тебе есть, что в тебе существует. И поэтому лица людей вот такие бы как бы светились каким-то внутренним светом, и все были красивые. Хара, характер. Это энергия. Водить по кругу хоровод. Ра. Ра – это солнце. Солнечный. Вот. Вращение солнца, вращение хоровода. То есть мы ходим по солнцу. Единение с природой, с нашим солнцем. Ярило. Калаврат. Вращение солнца, вращение вселенной. В общем, это было непередаваемо. Мне очень понравилось. Я хочу еще участвовать в таких праздниках. Я там познакомился с девочкой. Мы с ней водили хоровод. В хороводе я просматриваю свою жизнь. Я хожу и испытываю те ощущения, которые во мне доставляли как бы дискомфорт. И они высвобождаются в хороводе. При помощи игр в начале хоровода эта энергия запускается и действительно вызывается непроизвольно, как бы радость. Смех без причины. Просто весело. И это вот настолько раскрепощает, освобождает, что потом уже в самом действии хоровода ты улавливаешь какие-то тонкие моменты, которые до этого момента ты не ощущал. Ты не находился на том уровне вибраций, что ли, да, от такого количества людей, которые подключены в одно действие единое. Впервые на хоровод я попала в 2007 году, приехав на праздник поселения Росток, Ростовской области. И тогда для меня было очень странно и удивительно, как это, посмотрите друг на друга, улыбнитесь. Но вот это ощущение радости, ощущение того, что я вместе со всеми, оно осталось. Приехав в свое поселение родовых поместьй «Радужного медведица», я пыталась это объяснить, но у меня не получилось. И тут попадается статья Вероники Гавриленок в «Родовой земле», как строятся эти хороводы, для чего они нужны, эти хороводы. Мне очень хотелось поучаствовать именно в хороводах у Гавриленок. И тут я приезжаю на фестиваль Возрождения, и я попадаю на этот хоровод. Это такое чувство гордости за Русь, за Россию, что вот, посмотрите, нас же много. Нас много, мы все разные, но тем не менее нас хороводы объединяют. И очень радует то, что много молодежи. Молодежи красивой, одетые в красивые одежды. И то, что эта молодежь поддерживает здоровый образ жизни. Она хочет рожать здоровых детей, хочет жить в природных условиях, дать своему будущему поколению прекрасную жизнь на Земле. Вот это, конечно, наполняет душу большой радостью. Но мне легче стало общаться после хоровода. Вот я могу к любому человеку подойти и вот поговорить с ним, но это все началось именно после хороводов.
Жители Петербурга и гости северной столицы приобщились к старым русским традициям. В самом сердце города более 3000 человек закружились в огромном хороводе мира. С Дворцовой площади танцевальная волна начала движение по всей стране. Танцующим узором тысячи человек складываются в гигантский крест, расходятся на множество кругов, и, кажется, вся Дворцовая площадь пустилась в пляс. Остаться равнодушным, пройти мимо, когда рядом такие знакомые еще из детства хороводы и ручейки остановились всего лишь сфотографировать, а уже через пару минут кружаться в танцы, которые не требуют ни долгих репетиций, ни больших усилий. И место в этом только-только созданном ансамбле незнакомцев нашлось даже младенцу. У меня там еще мама сидит, мы всей семьей. У меня это полный восторг, на самом деле. Это такая энергетика мощная, такое единение. И все люди такие разные, при этом все вместе. Это восхитительно. Мы не ожидали увидеть такое. Это очень красиво. Я так удивлена. Все такие счастливые. Я ведь всегда слышала, что люди в России угрюмые. Но здесь я увидела совсем другое. Я не могу объяснить мои ощущения. Но сердце так бьется. Остановились. Очень здорово. Вообще просто бесподобно. Это сейчас хоровод всего лишь танец. Но когда-то для славян это был целый обряд. Верили, что хождение за руки против солнца возвращает молодость. И супругов искали тоже в хороводе. Чем изящнее вышивка на рубахе или платье, тем больше шансов создать пару. Мы создаем условия для того, чтобы вот эта идея, вот эти новые души, которые пришли с новым пониманием той культуры ведической, без песен, без хороводов вообще ни одно действие не производилось, что можно было и тучи разогнать, и тучи согнать. Мощный энергетический столб закручивает, который уходит в космос. Хороводы, ну это, конечно, возрождение нашей родной культуры, древней ведической культуры, благодаря которой мы сейчас и живем на этой планете. Откуда это? Чего это? Кто их заставляет? Чего бы не пойти, не побухать там на дискотеке? Откуда они взялись? Вот кто толкает это все. Поэтому... Кто толкает? Ну, память генная. Души пришедшие, вот, их пришла пора. Очень здорово видеть людей, которые неравнодушны к родной культуре. Было очень необыкновенное ощущение. Энергия какая-то очень чистая. И тогда просто все мысли, сомнения ушли. Когда это началось, то есть это было просто потрясающе. Могу сказать, что
вот такого потоков энергии я, наверное, еще не ощущала, вот именно такого мощного. Очень понравилось, как Вероника вела, плюс взгляды, то есть вот глаза людей. Глаза людей были просто необыкновенные. То есть это были чистые такие сияющие глаза, в которых просто отражалась их душа. И все настолько соединились в одном едином потоке, прямо чувствовался просто канал с небом. Хороводы – это энергоинформационный обмен. То есть, во-первых, он закручивает энергетические вихри, а во-вторых, он позволяет мужчинам и женщинам обмениваться вот этой вот женской и мужской энергией, таким образом найти себе партнера для совместной жизни. Это культура, славянская культура, и, может быть, из этого и было перенято другими народами. Им тоже это понравилось. Сотни человек взялись за руки, символично изобразив образ единства многонационального и многокультурного народа России. В хороводе не нужно слов. Нужно просто выйти, взять друг друга за руку, посмотреть друг другу в глаза и почувствовать, что у тебя будет внутри. Объединяющее движение внутри, в России, должно стартовать с Санкт-Петербурга и двигаться по всей нашей родине. Хоровод – это сила, и традиции наши нужно возрождать, и я хочу заниматься этим. Сейчас идет целенаправленное уничтожение нашей культуры. Шло на протяжении последних тысячелетий. Но так как это время темных сил уже закончилось, пришло время возрождать нашу культуру. И первые, кто стоят у истоков этого возрождения, это вот те, кто заново восстанавливает наши традиции. Те, кто начинает закручивать хороводы, начинает нести знания первоистоков. Поэтому всем им большой поклон мой. Идем и ищем себе друзей. Весь народ, раз, два, три, четыре, пять, в нем полно друзей опять. Может 100, а может 200, хорошо, когда мы вместе. В хороводе мы идем, как нам хорошо поем. Хорошо, как нам хорошо, хорошо. Хорошо, как нам хорошо, хорошо. Подпеваем. Хорошо. Народ будет голосовать за тех депутатов, за тех президентов, которые с народом будут в наших хороводах мира.